здорово, и вот как раз таки считает. Ну, а S это, знаете, можно смотреть по-разному. Точно. Это можно, знаешь, даже расценивать как символ знака доллара, что-то очень и такое интересное. Правильно, что ты это заметила. Это та самая дань 2000-х годов, когда было принято в любом бренде, в любой торговой марке добавлять букву S. Это приносило инвестиции, плюсы, бонусы и все, что с этим связано. Да, но и при этом хочется сказать, что сейчас у нас были небольшие погрешности, но мы повторим все сначала. Итак, у нас были погрешности со звуком. Сейчас, алло, алло, момент. Да, какие вести? Так, Виталий, алло, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой же мне выбрать смеситель, что мне сделать, к какому бренду обратиться? Я женщина, и я хочу сама все это научиться делать. Ты знаешь, нам придется немного с тобой повторить, что это за бренд, скажи, пожалуйста. Кристина, вызов мастера стоит 1500 рублей, готовы? Готовы оплатить? Слушайте, да мне просто посмотреть. Хорошо. Привезу, посмотрим. Еще раз про бренд. Да. Давайте заново. Итак, создание бренда у нас произошло в 2004 году. Как же и откуда взялся именно название бренда IDIS? А все очень просто. Это благодаря нашим соучредителям компании SKL. Это заглавные буквы имен наших соучредителей. И смотрите, как расшифровывается. Игорь, Денис, Денис и Ильшат. И, наверное, я думаю, у ребят создается вопрос, откуда же буква S, потому что соучредители 4, а букв 5 в бренде. Это дань 2000-х годов. Было модно добавлять букву S в название бренда, компании. Таким образом появился в 2004 году наш бренд. Ты знаешь, S можно расценить как сантехника. Сантехника. Например, вот, тоже как вариант. Доллар. Доллар, да, опять же. Ну и в принципе супер. Как бы, знаешь, тоже вот супер бренд. Но вот расскажи, вот я понимаю, что сегодня на Озоне представлено у нас порядка 12 позиций товаров, да? Да, вы прям молодцы. Вот, да, и при этом, заметьте, они уже есть в перечне, но вот тут тоже возникает вопрос. Да, есть скидки, правильно, сейчас они у нас есть и еще час после завершения эфира. Но опять же вопрос, вот я вижу, например, смесители, на первый взгляд они похожи, да, практически одинаковой формы, но цены разные. И вот тут, конечно, нам нужна твоя помощь. Да, хотелось бы понять, условно. Чем отличается один от другого и как выбрать? Не, мне уже один понравился. Скажи, знаешь, какой вот этот понравился? Вот. Он всем нравится. И я думаю, что мы про него тоже расскажем, но чуть-чуть попозже. Или, класс. Или с него и начнем. Нет, давай как? Попозже, давай на давай сладенькое попозже. Его на оставим. Сладенько. Так. Давайте вкратце и в совокупности подытожим, чем же они все отличаются. Действительно, сейчас рынок сантехники, он просто насыщен. Когда человек приходит в большой магазин, он видит большую длинную витрину и 150 тысяч смесителей, и все они друг на друга похожи. И вот здесь, ребята, маленькая подсказка вам. Как же выбрать изначально смеситель, чтобы он был качественный, надежный, чтобы у вас было 90% уверенности, что действительно он прослужит верой и правдой долгое время? Просто возьмите его в руку. Кристина, возьми. Да. Вес. Вес, да. Вес. Вот первое, на что стоит обратить внимание, это вес смесителя. Потому что если вы берете смеситель, и он достаточно легкий, лучше от него отказаться. То есть это значит какая-то там, ну, грубо говоря, какой-то, ну, я грубо сейчас скажу, там пластик, да? Говори там, как есть, ну, называй такое, вещи своими именами. Что-то хрупкое, что явно не содержит в себе каких-то прочных, хороших механизмов, наверное. Возможно, даже есть сейчас в продаже и у многих поставщиков и пластиковые смесители. Но дело в том, что материалы могут использоваться разные. И если мы берем смеситель, он действительно очень хорошо так отягощает руку, то посмотрите в его, ну, как назвать, да, там, внутренности. Цвет тоже о многом говорит. И здесь действительно надо сказать о том, что материалы бывают разные. Если мы говорим про бренд IDIS, мы делаем его только из первокачественной латуни. То есть это латунь, которая ни разу не использовалась и непосредственно добывается из, да, там, из руды, назовем да, это таким да, да. образом. То есть, конечно же, компании, которые на этом начинают экономить и заменяют просто хороший качественный материал на менее стойкий, который служит в дальнейшем, ну, конечно же, по времени меньше. Ну, а при этом скажи, пожалуйста, это чисто вкусовщина, например, или есть разница, вот какой мы выбираем? Ну, то есть я понимаю, вот этот больше подходит, наверное, для раковины, да, вот умывальник за счет того, что у него вот такой короткий нос. Но я видела, и у многих и вот такой стоит. Точно. Да, то есть как именно лучше выбирать? Ну, первую позицию мы с тобой определили, это вес смесителя. Второе, почему IDIS такой разный? Да. В каждом доме должен быть свой IDIS, по-другому даже не сказать. А почему так? Потому что мы, Кристин, когда придем в гости к нашим друзьям, возможно, к соседям, мы не увидим такой же смеситель, такой же ремонт в ванной. И выбор он должен быть. Мы живем с вами в интересную эру, и это эра выбора. Да. Да. И здесь IDIS, он на
любой вкус на любой цвет, как говорится. Поэтому... Ну, вот тут же как раз, знаешь, то есть вопрос. Ну, потому что вот я вижу другую модель, да, ну, вот в таком же, грубо говоря, оттенке, или как это назвать, форме, да, стилистике цвета, да. Но здесь вот есть вот такая штучка. Это для чего? Точно. Мы до этого тоже дойдем. Смотри, если их делить вот по направлениям, ты правильно заметила, подметила, что есть смесители для умывальника, для раковины. Они тоже бывают разные. Бывают раковины узкие, бывают широкие. И вот здесь есть очень хороший плюс во всех смесителях бренда Idis. Это длина излива, страшное слово, и наклон аэратора. Наклон аэратора, внимание, аэратора, да. Это та вещь, которая вам действительно помогает как минимум сэкономить, потому что аэратор свою роль выполняет очень интересно. Он подмешивает воздух в воду, и вы получаете очень мягкий и классный поток. Ну, и мы остановились на смесителях комок какой. Да, кому какой, да-да-да. Вот, например, вот этот, получается, за счет вот этой какой-то функции, он подходит, получается, скорее только для, например, душевой кабины или для ванной. Для чего он подходит больше? Так, друзья, пожалуйста, напишите в чате, как вы думаете, подойдет такой смеситель для душевой кабины или для ванны? А я сейчас тебе расскажу. Конечно, вот, конечно. Смотрите, какой красавец. Я просто не понимаю, для чего вот это. Может быть, это, конечно, для кухни, да, но я вообще не понимаю, для чего это запчасть. Так. Рядом. Максим, можно тебя попросить снять вот носик, излив именно? И я сейчас расскажу, почему он двойной. Ты права, Кристиночка. Это действительно смеситель для кухни. Он ставится на мойку. И у него есть... уникальная особенность. Он управляет водой, как обычной, за счет поворота этой ручки. И у него есть плюсик. Это к нему можно подключить просто канал фильтрованной воды. То есть фильтр, который стоит у тебя дома. И знаешь, в чем преимущество? Так. Что не нужно будет дополнительно сверлить свою столешницу, устанавливать какой-то кран, который идет с фильтрами обычно в комплекте. Он два в одном. Хочешь простую воду? Ради бога. Хочешь фильтрованную? Тоже, пожалуйста, да. Конечно. А, ну, кстати, это очень удобно. При этом нету двух каких-то отверстий, нету двух кранов. Угу. И здесь вы сразу переключили, и уже у вас все в одном. Но тут, знаешь, как раз вот есть вопрос. Расскажите, в каких странах заводы? Понятно, что марка российская, но интересно, где производится? Это прям вопрос, который волнует всех. И действительно, очень важный момент. Где же они производятся? Если мы говорим про бренд, то он действительно отечественный. Все, что разрабатывается под брендом Idis, разрабатывается в Северной Пальмире. Как думаешь, что это за город такой? Северная Пальмира, Санкт-Петербург. Точно, точно. Да. Второй многомиллионник. И офис у нас там же как раз-таки и находится. Разработка, да. Моменты, связанные с дизайнерским решением, с как он будет выглядеть, и даже с тестом, он действительно происходит в Санкт-Петербурге. Если говорить, то у нас действительно достаточно много площадок, ну, потому что мы не производим только смесители, у нас много товаров для ванной комнаты. И есть несколько подразделений, которые также находятся на территории России. Например, если твоя ванная комната позволяет поставить мебель, и ты будешь выбирать из бренда Idis, то знай, эта мебель сделана, ну, думаю, город Всеволожск ни о чем не говорит. А вот дорога жизни для ленинградца о многом. Он у нас прям, фабрика находится под Питером. И там мы собираем свою собственную мебель. А второй менее интересный момент, это с городом Рязанью связан. Ну, как менее интересно, это тоже наше производство, и мы там производим сиденья для унитазов, которые используются. Да, кстати, мы тоже делаем и керамику. Слушайте, но это большой плюс, что столько всего можно найти именно в данном бренде. И при этом вы сразу можете, получается, оснастить свою кухню, да, и свою ванную, конечно же, и санузел всем необходимым. И при этом еще мне нравится, что вы видите как раз-таки разные дизайны, которые тоже позволяют это сделать. То есть я так понимаю, что, вот, например, я часто вижу, ты знаешь, вот подобные, например, смесители. Это когда раковины сейчас такие стали производить, знаете, вытянутые и узкие. И вот такой, конечно, смеситель не совсем удобен, мне кажется, там, потому что руки все-таки, ну, тяжело там поместить, чтобы помыть. Но и при этом очень сильно, на мой взгляд, сейчас вот выглядит данная модель. Она мне, не знаю, вот может я ошибаюсь, но мне кажется, она сейчас очень популярна. Конечно, я с тобой соглашусь. Это коллекция Bridge. Она выпускается с 2000-х годов. Ну, ой, с 2020-го, простите. Перемотка-перемотка, как говорится. Вот. И что интересно, эта коллекция сделана такая, она узенькая, она очень грациозная.
И в этой коллекции, даже если дома, например, у кого-то есть настольный умывальник, что тоже сейчас очень модно, то есть такой же смеситель, достаточно высокий, но он все равно используется для ванной комнаты, потому что пространство настольного умывальника не позволяет его как-то подкрепить на него, закрепить. Да, но при этом я вот знаю, например, что есть раковины, да, вот сколько, 30 на 40, по-моему, самые маленькие вот эти, да, и вот, конечно, туда удобнее поставить какой-то такой совсем миниатюрный вариант смесителя, но он реально тяжелый, вот одной рукой мне даже было сейчас сложновато приподнять. Это хорошо. Это не только хорошо, по поводу миниатюрности, я тоже вот здорово, что ты такие моменты, вот вроде девочка, а подмечаешь. Я просто только ремонт закончила недавно в одном месте, да. Все мы когда-то начинаем и делаем ремонт. И действительно, если мы их поставим, да, Максим, спасибо тебе большое, прям рядышком, то смотрите, длина излива, она отличается. Но у нас есть собственный внутренний стандарт, который называется UCI, и он дает возможность даже с коротким изливом направить поток воды в нужную точку. А обычно это чуть ближе или дальше центра раковины. Это очень удобно. К тому же, если обратили внимание, сейчас я вам покажу, то у него очень странный аэратор. Слушай, да, а вот какой-то вообще такой прям горизонтальный по всему периметру. Это какое-то определенное распределение воды получается? Точно, точно. Не только определенное распределение воды, а он проливает достаточно много воды. То есть им удобно помыть руки большие, не знаю, емкости, если вы это делаете, там, например, наполнить в ванной комнате. А эта коллекция называется «Джокер». Как думаете, почему ее назвали «Джокер»? Напишите в чате. Кстати, да, интересно, напишите в чате, как думаете, почему назвали такую модель «Джокер». Вот, а еще также так есть подвижный изгибающийся кран на кухню. Еще раз. Есть ли подвижный изгибающийся кран на кухне? А, наверное, имеют в виду, которые такие. Я понял. Шнуры вообще, именно, может быть, не сегодня, но вообще есть ли в данном бренде или планируется ли? Давайте по-другому чуть-чуть отвечу. У нас даже был такой смеситель, он назывался Kitchen 360. Он был с двумя, выпускался изливами. Вот его почти можно было в узел завязать. Угу. Тоже очень удобная вещь. Единственное, я думаю, сейчас наш продукт-менеджер, это тот мой коллега, который отвечает, как будет выглядеть конечный продукт в бренде Edis, да, они об этом точно думают, и я думаю, что в ближайшее время такой смеситель у нас вернется. Но точно был. Точно. Слушайте, ну вот это очень здорово, поэтому если вы действительно сейчас хотите для себя уже выбираете, да, вариант именно смесителя, то вы смело сможете это сделать. Это удобный вариант, это стильный вариант, красивый, а главное на сегодняшний момент действительно выгодный, потому что только в момент онлайн-трансляции и час после нее действуют вот такие предложения, действуют такие цены. Посмотрите, пожалуйста, вот перечень товаров, вот вы это все видите, добавляете себе в корзину и оформляете заказ. Но при этом вы можете также посмотреть полный ассортимент, нажав на активную, сейчас еще раз вам покажу, ссылку, да, на бренд. Вот, посмотрите, нажимаете Edis, и что мы видим здесь? Мы видим полностью все, что представлено, с полным описанием, все это можно изучить, просмотреть, посмотреть также вот отзывы, да, потому что все это, вот смотрите, например, сразу 5 звезд, то есть это гарантирует вам еще и качество, опять же, 5 звезд, да, то есть те, кто уже брали, оставляют отзывы, это большой плюс. Но и при этом, конечно, я вижу еще есть, я не знаю, как правильно называется, душ. Леечка. Давайте назовем ее Леечкой. Так. Да. Да, конечно, вот здорово, что ты эти моменты подмечаешь. Если брать бренд Edis, то действительно от А до Я любая белая сантехника, то есть конечная сантехника, это смесители, это душевые аксессуары. И да, да, мы дополняем все это, конечно же, коллекционностью. То есть каждая коллекция, и это тоже большой плюс, если вы вдруг когда-то захотите побывать в роли дизайнера, дизайнера своей ванной комнаты или кухни, вы вправе это сделать с этим брендом. Почему? Потому что в одном бренде у нас есть разные товарные группы, и они вот между собой очень схожи. И это действительно очень там гармонично будет играть именно в ванной комнате, да? Вот да. Как-то так. Что ты хотела бы узнать про наши леечки? Вообще, первое, что меня интересует, это потому что, знаешь, вот иногда они начинают вот так вот брызгать, ну, просто в разные стороны. И у тебя, простите, ну, вот, если, например, у тебя стеклянная там вот поверхность, да, которая закрывается, или же, например, наоборот, вот шторка, все равно как-то разбрызгивается в разные стороны. И нет, получается, ты больше потребляешь воды, когда, например, смываешь
шампунь с волос, потому что разбрызгивается, нет обильного, да, потока, который моментально можно. То есть здесь как обстоят дела? Ну, для девочек это очень важно, с моей прической точно мне большого объема потока не нужно. Да. Давайте расскажу тогда вкратце. Есть разные леечки, и действительно, вот эта леечка, она идет в комплекте с этим смесителем, мы к нему также вернемся. Это однорежимная леечка, хороший, качественный водяной купол держит. И, кстати, вот в чем преимущество тоже есть... Особенность. Наши леечки все могут работать при минимальном давлении от 2,5 до 3 бар. То есть это прям минимум. И да. При этом они будут держать очень хороший водяной купол. То есть вы действительно сможете на объемно смыть шампунь с головы. Так, и вот смотрите, а сейчас спрашивают, у тебя нет такого крана, про который вы говорили, что можно завязать практически в узел? А, друзья, да, данная коллекция... Наверное, если мне не ошибает память, была снята в 2020 году с производства. Может быть, ошибаюсь там в течение полгода. Но если вдруг вы найдете его, берите, вы точно не пожалеете. Он прям здоровский. И мне чем он был интересен, чем он был полезен, что у него длинный излив, и он принимал любую форму. То есть мойку можно было подбирать уже... Ну, любую. Можно было узенькую моечку взять, можно было, наоборот, большую моечку. А смотри, здесь вот действительно пишут отзывы, да, что за 5 лет ни одной царапины, отмывается легко, устойчив к коррозии и ржавчине. Очень довольна покупкой. Спасибо тебе. Вот, да. Тут, кстати, много. Тут вот кто-то уже раньше даже писал. Вот сейчас 7 лет пользуюсь ни одной царапины, например. То есть есть отзывы, и при этом есть отзывы также на платформе Озон, которые вы уже можете читать, отсматривать и выбирать, да, ту или иную модель. Так, Александр, модель велика, на это тут отвечают. Так, понятно. Смотрите, ну, я так понимаю, правильно, Виталий, что можно взять вот это комплектом, вот с такой вот леечкой. А скажи, пожалуйста, ну вот, вот такая поверхность, насколько легко она чистится? Ведь она такая зеркальная, и вот именно, ладно, руки там, да, следы, отпечатки. Посмотрите, это Максим, наш оператор. Вот, там видно как раз таки. Но при этом, да, вот, вот эти брызги отвратительные. Ну, потому что, например, в Москве вода очень достаточно жесткая все равно, и они прям как будто врастают. Насколько просто справляться? Отличный вопрос. Я тебе могу, Кристин, сказать, я во многих городах нашей большой необъятной родины уже побывал, и вода не только в Москве у нас идет с известью. Известь есть везде. И как ни крути, вот как раз таки момент, связанный с покрытием, что первое, да, на глянце действительно остаются и отпечатки, и мыльные разводы. Да. Спасибо, что ты меня поправляешь. Ничего, солнце. Нормально. Прямой эфир. Вот, да, конечно. Да. Что не бывает. Это да. И уход за любой сантехникой, он нужен. Я обычно, знаете, как говорил, когда мы наводим марафет у вас в ванной комнате, ну, вот если брать мою практику, то тогда, когда родственники, знакомые приезжают, ты начинаешь все убирать. И могу сказать, дома все стоит в бренде Идис, убирается очень легко. Вы берете просто мыльный раствор и мягкую тряпочку, промываете, потом смываете водой, если есть бумажные салфетки, протерли насухо, и у вас все как новое. Слушай, ну это очень здорово, да? Но при этом я вижу, что у вас есть еще и супермодные модели, которые в магазинах стоят гораздо дороже всегда. Ну, в плане, в принципе, да, они считаются сейчас, наверное, трендовыми. Я вижу вот такие вот варианты. Да. Черные, красивые и белые. Вот мне очень понравились. Ну, потому что, если, мне кажется, даже у тебя вот обычная... Вот у меня просто когда-то я вела целый, там, например, курс по дому, да, и... Очень многие, ну, поскольку не имеют финансовых средств, там, постоянно делать гипер какие-то ремонты, переезды, покупать какую-то новую недвижимость, хотят как-то обновить, например, ту же ванную, да? И вот я понимаю уже то, что вот такими элементами, как смесители, уже раз, даже какая-то твоя там раковина, которая уже не такая классная, даже вот плитку, понятно, это долго обкладывает. Но изменив там какие-то мелочи, и, конечно же, в основном смесители, уже становится модный вариант, да, правда? Да, безусловно. И вот то, что ты подметил, это действительно правильно. Появляются сейчас трендовые вещи в разных цветах. С 19 года, это, кстати, проходило у вас в Москве, в 19 году выставка Мосбилд, в 20-м, к сожалению, и самоизоляция, она
отменилось, но в 2019 году новый цвет как раз-таки сформировали те самые дизайнеры. Они так, когда приходили к нам на стенд, спрашивали, а есть что-то черное? Угу. И мы уже были к этому готовы, потому что мы уже эти коллекции черные анонсировали. Сейчас это один из трендовых цветов. Но я могу вам сказать, что появляется другой трендовый цвет. И это не только матовый белый. Это, Максим, будь любезен. Покажи поближе этот цвет. Графит или что это? Точно. Такое? Его называли по-разному. Серый глянец. Но в нашем бренде он называется именно графит. И знаете, в чем его плюс? А на нем не остается. Вот ты его трогаешь, он гладкий. Вот но на нем не остаются Максим, следы. Максим, ну что ты все трогаешь? Ну, действительно. Максим, трогай, трогай. А вот, нет, посмотрите, как хорошо отпечатки пальцев, запоминайте отпечатки, как они исчезают моментально, да? Вообще класс. Кстати, мне Максим, очень... давай тогда его и снимем сейчас, и в нем тоже есть своя фишечка. Давай, я вообще не понимаю, что это такое. Это смеситель для ванны. А посмотрите, а где вода будет литься? Подождите. Сейчас. Это какой-то, сейчас. Это какой-то такой ударный инструмент, точно, я бы сказала. Готовы? Да. Готовы? Погнали. Слушайте. Тем самым мы получаем с вами экономию пространства. То есть обратите внимание, насколько он сам по себе тоненький. Такой смеситель очень удобно использовать, например, в нестандартных душевых ограждениях или кабинах, mm-hmm. когда места очень мало, и 90 даже бывает так, что не хватает, потому что у всех практически смеситель для ванной комнаты даже с коротким изливом есть та часть, которая будет куда-то в спину у вас, ну, упирать. То вот здесь это прям превосходно. Вам надо налить в ванну. Вы отодвинули излив, водичка пошла сейчас с излива. Хотите переключить на леечку? Закрыли. И тем самым водичка пошла на леечку. Слушайте, а знаете, вот жалко, что когда я именно жила в Петербурге, у меня не было... Ты жила в Петербурге? Да, я училась там. Как ты могла там уехать с Петербурга? Все, вот так Москва заполонила. Но ты знаешь, в чем была новость? Там же другого формата квартиры и все, и там у меня была ванная с окном. Да ты что? Да, мне очень грубо повезло, но дело в том, что получается, окно выходило, естественно, туда. Во двор. Да, ну во двор это понятно, но самое интересное, что я не могла лечь в ванную, да, вот, например, чтобы облокотиться и смотреть в окно, потому что там был смеситель, который был очень длинный и который, ну, явно куда-то где-то еще подкапывал. А здесь, понимаете, если нужно, вы просто его убираете. И вы можете и в ту сторону лежать, и в другую. Ванная приобретает совершенно другие краски. Слушайте, это так стильно. Я честно скажу, я вот прям признаюсь, я не знала о таком бренде вот до сегодняшней презентации. Вот честно. И я рад, что я тебя с ним сейчас знакомлю. Ну, это очень круто, правда, очень красиво. И главное, вы так хорошо выдерживаете стиль, заметьте, вот даже, например, на том же черном, да, вот такое матовое покрытие, и сразу, и, знаете, вы делаете сразу свою эмблему, да, свой логотип, угу. сразу делаете такую матовую, вот такую еле-еле видную переливом, это же классно. Ну, то есть, это как бы удорожает визуально даже изделие. Конечно, конечно. Слушай, но при этом вот такой вариант, и мы подключаем к нему просто шланг, и уже, например, вот такой душ. Тоже очень леечка, модно. Леечка, да. Слушайте, ну и вообще. И причем, что с этим смесителем все уже идет в комплекте. То есть, если вы никогда в своей жизни не меняли смеситель, вам достаточно купить такой смеситель в коробке. Максим, я думаю, ее потом покажет. Давайте пока про него. Так, да, давайте. У нас тут маленькая авария. Ну, прямой эфир, ничего не сделаешь. То вы сразу же получаете все в комплекте. То есть все, что нужно для монтажа смесителя, чтобы вы его подключили к водорозетке. И тут же вы получаете вот как раз-таки ту леечку, которую сейчас Кристина держит в руках. Вместе со шлангом и держателем. И что примечательно, и шланг, и держатель леечки выкрашены в цвет смесителя. Класс, ну, то есть они не будут такого белого цвета, да? И сделаны по одной технологии, да. И что еще примечательно? О том, что цвет на 100% совпадает. То есть и лейки, и шланга, и держателя, и самого смесителя. Слушай, но при этом это действительно здорово, и я вот, ты знаешь, сейчас я даже пойду и покажу, что данная коробка на самом есть, деле... Да? Да, и она смотри, отличается. Она тяжелая. О, да, но она гораздо больше, заметьте, то есть это уже можно расценивать и как хороший подарок для чего-то обновления, да, ну вот кто захотел обновить, например, свой дом и взял вот такой вариант. Класс, все упаковано, все проклеено, вы получаете в хорошей упаковке на платформе Озон, вы выбираете место, куда вам доставляют, и все, забираете, аккуратная коробка, все надежно. Слушай, ну я, что, у вас написано 10 лет гарантии? Да. Реально безусловно. 10 лет? К
Кристин, я тебе даже сейчас добавлю. Так. 10 лет гарантии на корпус. Ага. Он надежный. Если мы говорим про срок службы корпуса и самого смесителя, он упирается порядка в 25, от 24 до 25 лет. Это даже в паспорте изделия, в той самой бумажке зеленой, которая находится в коробке. И вот хорошо, что ты заострила внимание. Но 10 лет не только на корпус. А на что еще? А как ты думаешь? Давай, ну, у ребят... на внутрянку вот эту получается? Нет, это отдельная гарантия, мы про нее тоже так поговорим. Давай ребятам в чате дадим возможность. На что же еще бренд Идис готов дать 10 лет, кроме как на корпус? Давайте, да, вот интересно, на что еще бренд Идис дает 10 лет тот гарантии? Тот, кто ответит правильно, получит 20% скидки, если купит все на Озоне, да. Сегодня, в течение часа нашего стрима и после стрима тоже час. Да, но при этом, смотрите, действительно, все пишут очень стильно, очень здорово, очень красиво. И я так понимаю, что как раз ванная вообще обновится, если взять вот такой вариант. И, например, вот это вообще шедевр, на мой взгляд. Но это на закуску, подожди. Да, это на закуску. Это на закуску. Это самый... А вот это, вот, да, это же для раковины получается. Ох, конечно. Тяжелый тоже какой. Держи его. Угу. Так. А я... Тут кнопочка. А я... Эть. Так. Покажу еще одну. Да, Максим, спасибо тебе большое. Я сейчас про него расскажу. Угу. Тут самое главное же похвастаться, да? А есть чем похвастаться. И этот смеситель у нас появился, был анонсирован в 2019 году на выставке Мосбилд. И он взял первое место среди смесителей с уникальным дизайном для... Давай я подержу, а ты поснимай. Для раковины. И у него есть... Очень интересный момент. Сейчас Максим снимет, и я его, конечно же, возьму в руки и расскажу тебе. Да. Угу. Все, сертификат убираем. Класс. Ну, ладно, держи ты его, а я тебе буду рассказывать. У него уникальное управление. Такого не делал никто. Ни в 19-м, ни в 20-м, ни в 21-м году. Чтобы настроить температуру воды, вот правильно, Кристина, держи, а я буду поворачивать. Достаточно повернуть ручку и остановить на нужной температуре воды. Кнопка, которую нажимаете, она пускает воду. И знаете, в чем плюс? Что когда вы ручки вот, помыли... Вот сейчас вот так еще. Сейчас просто да, потому что, Максим, да, вот так и вот так. То есть это не просто для нажатия просто поворота, да? А здесь вот еще как работают. То есть отдельно поворачивается ручка, отдельно да, нажимается кнопка. И в чем преимущество такого смесителя? Вы установили нужную температуру воды. Как раз таки вот, вот он у нас есть на экране. Про них мы тоже поговорим. Это те самые аэраторы, да? Страшное слово аэратор. Кристин, верни мне его, да, пожалуйста. Я уже взяла. Уже забрала. А при этом, ты посмотри, он вот как раз, если там где-то остаются отпечатки пальцев, то здесь вот, смотрите, ничего не остается. Очень вообще практичный цвет, очень. Слушай, просто вообще нереально. Я красиво продолжу. Так. Когда вы настроили воду, помыли ручки, отключили подачу воды, ушли. И надо прийти снова, либо вам, либо вашим друзьям, знакомым, родственникам, кто заходит за вами в ванную комнату, ему уже ручку вертеть не нужно, она уже настроена, он просто нажимает кнопку и получает ту же самую температуру потока воды. Слушайте, вот этот, знаете, это действительно большой плюс, особенно когда часто вот ты только настроил воду, потом раз опять чуть-чуть подвинул, все, опять сбилось, опять ты моешь, тогда непонятно как. Но это не последний плюс, он действительно создает красоту. Я уже боюсь. Он создает красоту. Максим, сними, пожалуйста. Это уникальный аэратор Микада. Мы сейчас дождемся этого ролика. И я хочу заострить внимание на том, что это действительно красивый смеситель. Он не только внешне красивый. Я просто немножко на секунду вернусь. Да, вот тот был красивый. И посмотрите, вот вообще здесь очень хорошие ролики. Одна гармония. Посмотрите, как красиво все сделано. Да, можем действительно даже сейчас это показать, потому что... Очень все понятно, очень удобно. И при этом я заметила, что действительно хорошие потоки воды, как и до этого модель, которая похожа на Джокера, да, вот ты говоришь, что напоминает, там кто-то писал в чате, улыбку Джокера, жесты Джокера, да. Посмотрите, а вот открывается, и вот смотрите, обильный поток воды, это удобно, раз, закрыли. Казалось бы, да, ничего вроде как нового, но, вы знаете, мне кажется, хорошо, что бренд Идис это делает все стильно, красиво, и сейчас ты еще даст... Опа, вот он. Вот он. Покажи. Нам нужен, сейчас. Это обычный аэратор. У него в комплекте идут два аэратора. Сейчас мы как раз таки с вами увидим, как настраивается температура и как включается вода. Угу. А теперь смотрите, вот это магия. Вот это красота.
Вот так должен выглядеть смеситель на умывальнике. А вот тебе загадка на следующий стрим. В следующий раз, если ты спрашиваешь там, чем похоже на Джокера, то что у этого варианта общего с Человеком-пауком? Это же как паутина. Я бы даже больше сказал, что общего с одной страной, потому что есть башня в очень похожей как раз-таки структуре строения. И знаете, в чем преимущество? Это не только красиво, это действительно экономично, потому что вот этот аэратор с таким потоком, он расходует всего лишь 1,6 литра в минуту. 1,6 литра в минуту. Хотите по-другому скажу? Давай. Давайте так. Его стоимость в среднем 10 тысяч рублей. Угу. И если вы купили себе такой смеситель и пользуетесь год таким аэратором вместе с ним, то он себя в семье из трех человек, это папа, мама и ребенок, отобьет ровно за год. Вы сэкономите на нем 10 тысяч рублей в среднем. Конечно, да, по регионам вода по-разному стоит, но я говорю сейчас про Москву. Слушай, ну это просто фантастика, то насколько действительно это красиво. Посмотрите, Макс, ну это искусство, вот просто, да. Мы много чего здесь уже видели, повидали на Озон, но вот варианты такого, такой подачи воды я вижу, честно, впервые, потому что даже в магазинах так проходишь, мимо не замечаешь, а вот здесь ты рассказываешь такие тонкости, и то, что есть в вашем именно бренде, это прекрасно, это огромный, вот как говорится, респект, огромная благодарность, это действительно уже можно называть искусством. То есть не просто, да, смесителем, и тем более, что сегодня тоже все это можно приобрести. Еще целый час после окончания нашего эфира будут действовать вот такие скидки. Посмотрите, вот, все это представлено. И вот, например, цена за данный смеситель, вот, 8392 рубля. Приятное предложение, не правда ли? А вот тот самый комплект, получается, смеситель для ванны. Ну, слушайте, подождите, вот посмотрите, как он выглядит, да? Вот здесь. Слушай, это шикарно, здесь у вас потрясающие фотографии. Я же не вижу, да. Я тебе верю, Кристина. Я тебе просто покажу, но вы получаете полный комплект уже в данном случае за 16 792 рубля. А я тебе покажу, вот что вы делаете. Что мы делаем? Ну вот, смотри, какая красота. Чудеса! Ну, действительно, это аккуратно, это стильно, это вот любая, извините, сейчас скажу вот это любимое наше слово, телезрители, колхозная ванная станет стильной, правда. Ну, то есть вы меняете смесители, вы там меняете полотенце и шторку, и у вас все уже готово. Вы уже живете как будто в обновленной комнате, ванная комната уже совсем другая. И я в огромном восхищении. И вот как правильно подмечу, что сказала Кристина, начинать надо с малого. И для того, чтобы ваша ванна заиграла новыми красками, достаточно сменить даже тот же самый коврик и шторку. И вы увидите, что этого вам точно не хватит, и вы придете за этим смесителем. А скажи, пожалуйста, вот тут спрашивают, а черный, он практичный? Хороший вопрос. И действительно, ну, я буду честен с вами. Если говорим про надежность покрытия, оно надежно, потому что... Кстати, был ответ по гарантии там 10 лет? Там спрашивали, там писали про ломку, про замену вот этого носика, как-то кто-то писал, про гарантию на просто ломку, что он просто перестанет течь, да, на протекание также, вот если он будет протекать. А на что же еще получается? Хорошо, гарантия? Давайте расставим все точки над «и». У нас с вами 10 лет гарантии на корпус и 10 лет гарантии на покрытие. И оно может быть разным. И независимо, сколько этой технологии, по времени она используется в нашем бренде. Вот, например, гальваника, никель-хромовое покрытие, оно используется уже достаточно давно, начиная там с самых первых смесителей. Потом, конечно же, рынок меняется, у людей появляется вкус, интересы, и они становятся дизайнерами, появляется черный продукт. Это совершенно другая технология покрытия. Но мы не можем поступить с вашим и с нашим покупателем именно так. Это надежно, и мы дадим 10 лет. А это мы только экспериментируем и дадим 2 года. Нет, нет, друзья. Любой ИДИС, любой смеситель ИДИС, любого покрытия будет с 10-летней гарантией на это покрытие. И это тоже большой плюс. А про то, что ребята писали тебе в чате, да. Про протекание, про водозапорные механизмы, вот как раз таки про эти штуки, которые стоят внутри, на них гарантия дается 5 лет. Слушай, но я вот смотрю действительно красивые наборы, да, то есть мы уже поняли, что... Почему я говорю наборы? Потому что я считаю, что действительно, если уже вы хотите поменять ванны, то нужно взять целым комплектом, безусловно. Да, и в раковину поменять, грубо говоря, на ней смеситель, тем более, что можно выбрать. Но ты знаешь, вот действительно, если даже обновить кухню, и если там, ну, плюс-минус глубокая раковина, да, вот как сейчас многие устанавливают, мне очень понравилось. Во-первых, ну, тут сразу, как это, заявка на успех, что все
все поймут, что тут в этом доме живут стильные люди, модные, которые в тренде. Ну, посмотрите, ну это же класс. А, знаешь, сломала. А нет, это так специально, да? А что это за механизм? Как он работает? Получается, нужно отогнуть и повернуть или как? Точно. Расскажи. Давай уж на сладенькое перешли. Так. Это коллекция Grunge. Это коллекция 2021 года. Угу. В нее входят как раз-таки все смесители, необходимые в ванной или на кухне. Это смеситель для ванны. Ага. Это не кухонник. Да. Если мы говорим про кухонник, то он будет чуть повыше. Повыше, есть понятно. Трагедия. И есть такой же смеситель для настольного умывальника. Если мы говорим про Grunge, она, честно, уникальная коллекция. Она собирает как положительные эмоции, как у тебя. Угу. Но есть у нас люди в русских селениях, для которых это еще какое-то такое ноу-хау. И они к нему, вот, знаешь, относятся именно таким образом, так... Как бы сказать так правильно. Побаиваясь. Не побаиваясь, вот как-то смотрят, ну, привыкли к классике. Привыкли да. к классике и не готовы пока это менять. Но я думаю, что не за горами и мир меняется. Вот, по управлению все правильно, Кристин, ты сделала. Здесь такой же водозапорный механизм, как и здесь стоит. Единственная форма ручки, она изменена. И вот подача воды, это у нас будет холодная, в эту сторону горячая. Таким образом мы открываем... И закрываем. Слушай, ну и при этом, я вот скажу, вот все побаиваются, но вот уже каждый второй, например, в Москве, да, знает такой стиль лофт. Всем очень это нравится, да, и при этом все хотят что-то вот такое модное, какое-то, или гранж, да. Вот, трендовое. И, конечно, вот хочется трендового. Но мне кажется, вот надо начинать действительно, вот ты тоже сказал, с малого, с чего-то, с каких-то изменений. А скажи, пожалуйста, здесь насколько легко там убираются, например, капли потом, да? Опять, вот, важный момент. Очень часто бывает, покупаешь средства, по незнанию, и это средство разъедает эмаль. Какие средства, может быть, вы рекомендуете, чтобы там, ну, может, чего-то не должно содержать данное средство? Кристин, я уже порекомендовал, и это действительно, ну, это мой личный опыт, да, ухода за сантехникой у себя дома. Ничего сверхъестественного агрессивного. Точно могу сказать, наше вот всемирное средство Pimalux для ухода за сантехникой, она не подходит, потому что это абразив, а абразив снимет любое покрытие. Есть очень много средств. Если вы покупаете себе какое-то специальное средство по уходу за сантехникой, пожалуйста, у вас есть доступ сейчас к интернету, ознакомьтесь, прочитайте пару отзывов первых, да достаточно 5 вот первых, и все. И вы сразу поймете, подойдет оно к вам, нет. Я рекомендую все-таки использовать только мыльный раствор, только воду и в дальнейшем протереть его насухо. И поверьте, он также будет играть и через 7, и через 12 лет теми же самыми красками, как будто вы его сегодня и установили. Смотри, а тут спрашивают, а установить сложно? У вас есть свои сантехники? Это отличный вопрос. Смотрите, по поводу установки, я правда говорю, что, ну, это, наверное, опять-таки моя больная фантазия, что человек должен разбираться в сантехнике. У каждого есть свои нюансы, он не хочет этого. Но если вдруг есть желание установить, вам поможет как раз-таки паспорт изделия, который находится у нас в коробке с каждым нашим непосредственно продуктом. Когда вы открываете, на второй странице есть схема, как его монтировать дома в домашних условиях. Все, что необходимо для подключения, для монтажа к водопроводной системе, оно идет уже в комплекте. А, так, ну и при этом, то есть мы... Показать паспорт изделия, точно. Посмотрим, мы можем какую любую открыть или какую воду вот рядом с тобой. А вот давайте как раз таки, Максим, сделаешь добро. Сейчас мы посмотрим, как это все выглядит давай, внутри. Мы да. вот берем как раз леечку, она, да, да она. И посмотрите, это же тоже большой плюс, показать, как ваш продукт упакован. Угу. Давайте я достану. Давай, доставай, прям можешь выкладывать все рядом с собой. Так. Смотрите, вот такая вот красота у нас получается. То есть мы прям с вами открыли сейчас новую леечку. Все, у нас есть упаковано. Фирменный пакетик. И вот как раз таки та самая зеленая бумажечка. Это паспорт изделия. Мы, конечно, открыли для лейки. Да, Максим, спасибо тебе большое. Здесь описано все, что необходимо знать про наш продукт. То есть это условия гарантии, это схема его монтажа. Но, к сожалению, в леечке, возможно, мы на второй, на третьей странице этого не увидим.
Но при этом, вот, смотри, мы видим все равно, что есть, грубо говоря, да, все описание, необходимые варианты, которые нужно прочесть и ознакомиться с тем или иным продуктом. Это, конечно, большой плюс. Но и я хочу сказать, что когда вы получаете доставку на платформе Озон, вы сразу распаковываете, смотрите, потому что за транспортировку как производитель, так и платформа Озон не может нести 100% ответственность, потому что, вы знаете, люди бывают разные, да, и ситуации в жизни разные. Но если в случае чего что-то не так, вы там же на Озоне просто говорите: нет, мне нужно заменить. И вам просто заменяют спустя несколько дней. Нет в этом проблемы никакой. Но я рекомендую сразу все осмотреть. Но я вижу, хорошо все упаковано, все предельно ясно написано. И опять же, знаете, большой плюс какой? Вам не нужно в Google вбивать китайские иероглифы. Вот в чем плюс. Потому что здесь все написано на вот русском языке. Да? Тут есть еще и дополнительные языки, но при этом все, что необходимо знать, вы все сможете прочесть. Вот, посмотрите, все написано. Очень удобный паспорт изделия. Да. Мы сейчас с вами посмотрели леечку. Давайте возьмем и распакуем один смеситель. Ничего в этом страшного нету. И я давай, действительно... какой ты хочешь? Давайте вот этот возьмем. Давай. Прям. Так, давай, все пораспакован, но заодно все посмотрят. Класс, пишет, у меня есть такая лейка. Так, есть ли у запорных механизмов требования к жесткости воды? Как они защищены от накипи и солей? Отличный вопрос тоже. Вот у нас прям там все эксперты, я смотрю, сидят. И действительно, смотрите, если вы хотите продлить жизнь своей сантехники, и это я говорю про любой бренд, то ставьте магистральные фильтры, потому что вода, вот как правильно сказала Кристина, она не очень качественная во всех городах нашей большой необъятной родины. Но при том, если у вас нет ни магистральных, ни фильтров грубой очистки, у вас гарантия на водозапорные механизмы, она в любом случае сохраняется к жесткости в воде. И это очень отличный вопрос, потому что мы говорим про отечественный бренд. Угу. И все возможные нюансы, связанные с водопроводной нашей системой, они как раз-таки учтены в нашем продукте. Да. И это большой плюс, что вам не надо будет искать дополнительных переходников для того, чтобы подключить другой смеситель, там, не знаю, европейских брендов. А здесь вы берете и подключаете. Ну что, Максим, готов? Посмотрим. Готов. Да, Максим очень боится, но он готов. Я же тоже переживаю так. Да. Вдруг что-то не так. Вот как раз таки давайте начнем с паспорта изделия. Как правильно заметила Кристина, что он есть на разных языках. То есть в нем сразу идут два языка. Почему это так? Потому что у нас есть представительство и в Белоруссии, и в Казахстане. Нашу продукцию также можно приобрести. И гарантия та же самая. Класс. Ничем не отличается. Так что если вы вдруг с постсоветского пространства, прошу любить и жаловать наш бренд также. И вот смотрите, есть описание комплектации, каким образом все это должно монтироваться. Ну, вот мне прям это уже стыдно становится. Должна быть схема. Простите, друзья, именно не в этом, наверное, смесителе опять. Ну, сама по себе схема монтажа и как его монтировать, он прописан здесь. Угу. Есть смесители, правда, есть смесители, в которых прям нарисована инструкция. Так, но и при этом, смотрите, все равно все подробно написано, и действительно это важно, чтобы вы замечали все это, и чтобы вы разбирались в этом. И, конечно же, мне нравится вот мешочек, ты сейчас распаковываешь, да? Очень здорово. Весь продукт у нас упакован вот в такие вот белые хлопчатобумажные транспортировочные мешки. Это должно как раз показывать, насколько отношение. Вот. Спасибо большое, Кристина нашла. Вот смотрите, как выглядит как раз-таки монтаж самого смесителя. Это вот тот самый слайд Push Control с кнопочным управлением. То есть последовательность действий и что идет в комплекте. Угу. А вот смотри, а в смесителях аэраторы сменные? Да, безусловно. И здесь даже больше скажу. Не то, что они сменные. У нас стоят аэраторы, все силиконовые. В большинстве случаев в бренде Edis все силикон. Есть моменты там, где, например, ставятся пластиковые аэраторы. Почему это так? Потому что, например, это ванник. Он рассчитан на ванну. Ванну нужно наполнить горячей водой, хорошей, комфортной водой, чтобы она не успела остыть. И получается так, что достаточно маленькое отверстие, ставится рассекатель, тем самым он проливает 27 литров в минуту. А что то ты есть... Максим схватил? Он постоянно что-то находит. Не знаю, Максим, что ты там схватил? Расскажи нам. Что там написано? Получить призы очень легко. Ух ты, интересно. То есть это еще какие-то призы, да? Какие-то купончики на призы, получается, у вас есть. Хорошую вы карточку нашли. Давайте вкратце расскажу. Это мотивационная программа для продавцов разной
розницы, то есть и традиционной розницы, и больших магазинов. Это дает возможность как раз-таки продавцам не только продавать качественную продукцию, да, реализовывать ее, но и также на ней дополнительно получать какую-то мотивацию. Мотивация здесь очень простая. Это сертификаты в любимые магазины, например. А вот скажи, а подают ли такой смеситель на кухню, например? Какой? Вот этот, который ты распаковывал. Нет. А знаете почему? Почему? Давайте вместе подумаем, почему. Потому что управление этого смесителя, ну, на кухне нам что нужно? Поворотный излив, чтобы он брал и поворачивался. Кстати, мы об этом смесителе с тобой еще не говорили. А мы сейчас поговорим, у нас еще есть время. Да. А если мы ставим смеситель для умывальника на кухню, но у вас есть только один поток, он будет всегда вниз. И высота самого смесителя... Она достаточно низкая, он рассчитан все-таки на умывальник. Ну, и кто любит эксперименты, ради бога, поверьте, он у вас и на кухне отработает столько же времени, как и в ванне. Так, ну что, давайте Максим, двигаться дальше. Последнее. Сними, пожалуйста, комплектацию того, что идет с этим смесителем. То есть у вас даже есть ключ для того, чтобы вам было комфортно открутить аэратор и прочистить его, если вдруг у вас не стоят магистральные фильтры, например. Но и при этом, конечно, аэраторы Микадо спрашивают? Да. Так, да. Пам-пам-пам. А можно добавить инструкцию по установке на сайт? Это было бы удобно и экологично. Спасибо большое. Я точно думаю, передам нашим коллегам в Петербурге, чтобы они этот вопрос проработали. И... Это немаловажный момент, что это было. Кстати, вот поэтому у нас есть поддержка во всех практически социальных сетях, в том числе и в известном Инстаграме. По не только по бренду и по выпуску новых моделей, и даже по монтажу того же самого смесителя. У нас очень много видеоконтента, который позволяет дома, собственно, ручно это все сделать. Смотри, я спрашиваю, а есть информация от розничных сетей о процентах брака продукции и гарантийных возвратах? Вот вообще где-то можно это посмотреть? Смотрите, такая информация у нас собирается с сервисных центров. У нас порядка 60 городах есть сервисные центры. Цифра постоянно меняется то в плюс, то в минус, но не на большое количество, потому что мы тоже мониторим работу сервисного центра, и если она в чем-то не устраивает, и мы получаем от наших же клиентов, которые взяли нашу продукцию, негативную обратную связь, то мы меняем сервисный центр в этом городе. Таким образом, да, статистика такая собирается, и если вы хотите знать процент брака в бренде Idis, я вам отвечу. Но у меня только информация, честно, на 2019 год. Если она вас устроит, то я вам ее расскажу. Это 0,2% в товарной группе смесителей. Все, что касается смесителей, это 0,2%. И поверьте, мы не выпускаем штучный продукт, это массовое производство. Если говорить про цифры брака у хорошего поставщика, то он может варьироваться от 1,5 до 2%. Это хороший показатель. Мы со своими стандартами, со своими требованиями к своему же продукту сделали в 2019 году 0,2%. Ну, это очень здорово. Ну что, у нас остается буквально 10 минут сейчас. Именно поэтому нужно переходить дальше, потому что у нас еще есть о чем рассказать. У нас с тобой остались леечки и два смесителя. Да. И все это надо успеть за 10 минут. Да, да, да. Друзья, голосуйте в чате. Про какой первый, про какой второй. И, конечно же, про леечки тоже вам расскажу. Так, и у меня есть для вас небольшой плюсик. Но это будет в последнюю минуту. Так, ну я не узнаю, успеют ли они проголосовать, лучше разбирать сразу. Хорошо. Да, давай про белый сначала. Давайте с него начнем. Интересный цвет. Появился в конце 20-го, в начале 21-го года. У нас много коллекций будет выпускать. Это вот, кстати, для тех, кому нужна практичность в уборке. Белый цвет, он самый практичный в уборке будет. Можно даже не протирать, он все равно останется всегда таким белым. Что хотел бы про него рассказать? Интересный момент есть. Это не только поворот излива на 360 градусов. То есть его можно ставить и на глубокие, и не на глубокие мойки. И даже если у вас будет 2 или 3 мойки. Смотрите, вот это чудо. У него ручка работает только на себя. Угу. То есть в обратную сторону она не двигается, только на себя. Это так, именно раз. Функциональная особенность этого смесителя. А вот здесь мне хочется все-таки, чтобы ребята с нами взаимодействовали в чате, спросить у них, почему мы так сделали? Что нам мешало сделать так, чтобы ручка ходила и в эту сторону, и в другую? Я, Кристина, понимаете, времени мало осталось. Время, да, потому что они не задают этих вопросов. Хорошо. Да. Смотрите, бывают такие моменты, когда мы покупаем мойку, и в ней нет отверстия под смеситель. Такие вот обычно мраморные мойки там ставят из искусственного камня. Что делает человек?
Да. Он, конечно же, не хочет портить свою мойку, он сверлит отверстие в столешнице и ставит смеситель близко к стенке. И вот когда начинает им пользоваться, если ручка ходила бы и влево, и вправо, то горячие воды он бы просто уже бы не включил, потому что ручка упиралась бы в стенку. Здесь мы с вами, если правильно подключим гибкую подводку, то у нас сначала получается холодная вода, теплая вода и в конце кипяточек. Слушайте, ну да, это удобный вариант. А из чего сделан данный корпус? И не облезет ли белое покрытие? 10 лет гарантии. Есть. 10 лет гарантии, даже на белое покрытие. Корпус традиционно мы используем только латунь, только первичную латунь. Это та, которая добыта только-только из руды. То есть по-другому мы не можем поступить с нашим клиентом. Мы 17 лет на рынке. Мы завоевали любовь потребителя. Мы очень узнаваем. И даже с профессионалами, с которыми имел дело общаться на разных конференциях, и которые даже не... как не взаимодействовать с нашим брендом, когда задаешь, знаете, бренд Ibis, у них глаза чуть наверх поддергиваются. Это говорит о том, что где-то когда-то он с ним слышал. И всегда мне, что примечательно, только хвалебные отзывы от таких профессионалов. Слушай, но при этом я понимаю, что еще есть очень крутые вариации матового такого покрытия. Из чего же оно делается? Это специальное покрытие, оно называется сатин. Мы сейчас делаем, он, смотрите, отдает таким приятным теплым желтизной. Но в чем его плюс? В том, что он на 100% совпадает с вашей мойкой. Если у вас дома мойка из нержавеющей стали и она матовая, то сочетание цвета у вас будет на 100%. Вот такой вот красавчик. Ну, это очень красиво, правда. Мне очень нравится. Это тоже уже такой стиль, да, модный, как хай-тек, что-то вот ближе сюда. Это классический дизайн кухонника. Так. Это правда. Но что мы сделали с этой кубой? Кристина, не поверишь. Что? Мы сделали его разноцветным. У нас есть классический в никель-хроме такой же смеситель. У нас есть он в цвете сатин. Хотите лофт? Будет лофт. Есть три цвета, которые называются, начинается с очень интересного слова, состаренная, латунь, медь и серебро. Хотите белый? Есть такой белый. Хотите черный? Есть такой черный матовый. Хочешь, еще расскажу, да, один, конечно, секрет? Есть такой смеситель с каналом для фильтрованной воды, как вот этот, но с управлением одной ручки. Вот это ноу-хау. Вот это я называю ноу-хау. В технические особенности у нас нет времени погружаться, расскажу, как же он работает. Хотя бы здесь так. Все великолепно продумал наши инженеры, как раз таки с продукт-менеджером. Ручка в закрытом состоянии, когда мы ее доводим до конца, а она прям в этом смесителе с каналом для фильтрованной воды в таком же корпусе, она до конца будет доходить, будет включаться фильтрованная вода. И есть защита, чтобы вы ее не перемешали, в этом случае ручка не будет двигаться. А хотите включить обычную воду, вы поворачиваете обратно, отклоняете ее, и у вас идет обычная вода. Слушайте, ну это здорово. То есть то, что так это быстро работает, и при этом быстро установили, и уже все легко и просто. Но и при этом, конечно, мне еще, я хотела бы все-таки, чтобы мы успели затронуть души, которые у нас, да, вот как они, леечки. Леечки. Потому что вот эти две ласково, культурно и по-питерски. И вот это леечки. Еще. Конечно, конечно. И помните, я вам говорил про бонус? Давайте, чтобы уж тогда совсем не забыть, я вам его достану и покажу. У нас есть еще одна леечка, и я думаю, на Озоне мы ее тоже увидим. Это тестовый вариант. Но это коллекция Slide 2021 года. Она только появилась. Она самая топовая. Ну а и почему? Почему топовая? А мне кажется, потому что в ней разные вот эти форматы. Точно. Дырочек и разные потоки воды получаются, да? Что хотелось бы рассказать про лейки. Первое, вот несмотря на размер, Кристина, я прошу тебя взять в руку. Так. Несмотря на большие размеры, они очень легкие. Мы делаем все наши леечки из первичного ABS-пластика, то есть это тот самый материал, который позволяет сделать очень легкую леечку. Есть еще один большой плюс. Иногда есть производители и поставщики, которые леечки делают склеенными. То есть по бортам у них идет небольшой шовчик. Наша технология, наши процессы позволяют делать бесшовный корпус. То есть это лейка вечная. Угу. И даже если она упадет и упадет вам на вашу, не знаю, акриловую ванну, акриловый поддон, ни с лейкой, ни с поддоном ничего не случится. Вес лейки вот этой всего лишь порядка 260, по-моему, 200-300 грамм. Вот это чуть потяжелее, но это вот самые большие размеры XXL у нас называется, который. А теперь про особенности лейки. Что мы сделали, чтобы вы превосходно принимали душ и выходили с него с лучшим настроением?
Первое, мы сделали силиконовые форсунки. Класс! Это классно. А классно знаете чем? Что силикон позволяет сделать очень маленькое отверстие, порядка непосредственно от 0,2 до 0,3. Почему-то наша помощница сейчас говорит, что это массажер. Возможно, можно что-то ему помассировать. Не, можно почесать спинку. Так. Можно. Кстати, да, вот можно. Мы смеем с тобой, а вот есть эффект. Да, слушай, и здорово. Силикон проще в уходе, действительно проще. То есть мы в любом случае, когда проводим пальцы, мы очищаем все форсуночки. Ну, знаете, это когда получается, когда лейка давно, например, стоит, мы ей пользуемся и смотрим, какая-то форсуночка начинает в бок бить. Да, угу. Просто проводим пальчиком, и все, она выпрямляется, вся известь из нее уходит. А вот топовая леечка, которую я вам хотел показать, это слайд. Максим, если есть возможность, приблизь одну форсунку, пожалуйста. Обратите внимание, у нее три отверстия по 0,1 или 0,15 миллиметров. Это дает возможность пустить струю, как иголочку. Это массаж. Угу. Это вот прям классный то массаж. То есть здесь можно сделать такой эффект, да, массажа, да? Эффект массажа можно сделать здесь. И здесь, у нас 324 форсунки. Это эффект будет с домашнего мощный массажа, да? И есть вот такая вот леечка. Это наш первый вариант. Ну, раз у нас две, давайте тогда одну потом отдадим Максиму, он поснимает. Только, угу, Максим, верни, пожалуйста. Мне их еще у в Питер везти. У нас просто везти. Одна минута, ребят. Про нее хочу рассказать. Очень классная лейка. У нее есть очень обалденный режим, туман называется. Он прям вот создает такой вот эффект. Эффект тумана, по-другому даже как не сказали. Хамам. Но только температуры вашей воды, да, поданной. Супер. Но вот мне очень понравился еще этот вариант, конечно. Вот супер вообще. Точно. Такой компактный, удобный. Это гиклейка. Она идет вот с этим смесителем в комплекте. Это смеситель встроенного типа, то есть он вшивается в стенку. И у вас есть только ручка и, по идее, вот с леечкой. Удобно. Угу. Да, и при этом довольно-таки стильно. Но и у нас остается меньше минуты. Смотрите, сегодня был у нас роскошный бренд Идис. Виталий, ну на самом деле, ты знаешь, мы даже не успели с тобой, да, вот Виталий, ты правда не успели с тобой все это рассмотреть более детально, потому что очень много предложений также на платформе Озона бренда Идис. Обращайте внимание на классные отечественные бренды, которые действительно доказывают свое качество и дают 10 лет гарантии. Цены продлятся еще час, а я жду тебя снова в гости, потому что, ну, нам нужно больше времени, чтобы все это, конечно, рассмотреть. Конечно. А в следующий раз я обещаю вам привезти санкерамику. То есть будем разговаривать про унитазы, да? Поговорим про унитазы. Белый друг всегда с нами. Да, ну как-то так. Спасибо огромное. Спасибо вам. Все, всем пока-пока.